ход, залез как куда на сеновал Павлов. И теперь пытается слезть. А это высота, метр 4. Вниз головой, не знает, как правильно лезть. Так, так, повернулся. А то наш белый. Так, 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 так. На подставочку, на столб. Опа! Ой, кто несется тут, а? Да белый мой белый, а. Да белый такой хороший. Слепой был совсем котенок. Мимо проходил своей коробки. Я его каждый день, освященный в церкви водой, протирал ему глаза. Но такой кот получился здоровый. Мышей ловит, ласковый. О, все при нем. Глаза голубые. Был наверху, а в это время слез. А то Володя зашел и говорит: белый-то на сеновале на Павловом. Вот здесь он сидел, мяукал. Я говорю: иди скорее снимай. Не его снимай, а на эту показать. А вот он трется. Трется возле моих сапог. А. Вчера сколько мы делали, и в лесу ничего нигде не снимали. Сегодня просто расскажем там. К завершению идет работа. Ай, чуть не уронил. Котя, котя. Давай, в дверь. Он знает, что ему дверь откроют. Вот он идет. Все. О, на кухню. А он соскочил на перекладину. Оттуда я начал снимать. Ох, красавец. Ты не забудь, что с Глушковым-то отправлять в город.